будет победителем на первенстве студенческого добровольного спортивного общества «Буревестник»? На смоленской лыжне стартуют студенты. Нельзя сказать, что погода благоприятствует спортсменам, но гонщики используют все возможности, чтобы показать свое умение и мастерство, помериться силами с соперниками. Среди участников победители лыжных соревнований в Италии, призеры Белой универсиады Дмитрий Ярлыков, Владимир Пустогачев. Может, и здесь, в Смоленске, их ждет удача. Но нет, на этот раз победил свердловчанин Александр Грошев. Острая борьба развернулась и у женщин в эстафете 4 на 5 километров. Свердловские спортсменки показали отличные волевые качества. Они никого не пропустили вперед. Опередив сильную команду горьковских студенток, свердловчанки заняли первое место. Заслуженная победа!